Вспышки камер, модные образы, рекламные съемки. В столице Чувашии стартовал проект «Фотомодель по-детски». На кастинг 5-го юбилейного сезона приехали участники из разных городов России. Юные модели от 4 до 14 лет старались покорить членов жюри. Сегодня очень сложно будет оценивать детей, потому что дети, они все непосредственные. Они очень интересные и по-своему уникальные. Поэтому мы будем, конечно, смотреть, вот на что я обращаю внимание, это на харизматичность детей. На то, что они спокойно, непринужденно могут общаться с жюри. И, конечно же, мне очень нравится, когда дети могут спокойно станцевать, что-то сделать. То есть какой-то сюрприз, то есть какие-то домашние заготовки. Вика Орлова уже опытный участник подобных конкурсов. В ее копилке есть и победы. Она стала лучшей на конкурсе «Мисс и мистер Дед Китс». В этом году Вика получила звание «Мисс Умничка» на конкурсе «Мини-мисс Чувашия-2018». Я пришла на этот конкурс для того, чтобы, конечно же, победить и развивать свой опыт фотопозирования. В итоге из всех желающих в финал должны пройти около 20 участников. Впереди их ждут обучающие уроки и тематические фотосессии. Проект продлится 3 месяца, и уже в декабре мы узнаем, кто станет новой фотомоделью по-детски. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика.